на том маяке вчера вечером я был. А вот на этом и ночевал, на этом холме. Вот очень... пляж убирается. Да, здесь довольно мило. Вон там справа на мысе замок Пуболь, в котором находится музей Пикассо. А водичка-то какая! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А теперь немного о грустном. Вот такие вот гадины могут испортить очень серьезно жизнь человеку. Они жалятся до такой степени сильно, что остаются шрамы на теле надолго. И у нее вот там вот тянутся, это еще маленькая медуза, есть такие здоровые, и за ней тянутся длинные-длинные нити, вот невидимые почти. И они могут тянуться, ай! Они могут тянуться на метр. Вот это, конечно, не радостно. Ну, в общем, купаться здесь нужно очень осмотрительно. Причем осмотрительно в прямом смысле этого слова. Вот смотрите, как все купаются. Идут, ходят и осматриваются, чтобы не напороться на медузу. Я вот пока купался, 5 штук насчитал. И купаешься вот так вот. Осмотрелся вот так вот вокруг. Опа, окунулся и дальше пошел. А вон 4 девушки с сачком идут. Они сначала прошли весь пляж, выловили штук 8 медуз, выкинули их в мусорные вот эти вот баки. Видимо, наученные горьким опытом. Ну вот, люди их отлавливают, отлавливают, а им пофигу. Вот одна, вот вторая. Вон третья. Это вот только вот здесь. Это же кошмар. Рыбки тоже. Вон мальчик тоже ловит. Look here. Всех не переловишь. Вау. Ужас. Terrible. Terrible, yeah. Burns like hell. Мужик говорит, it stinks like hell. Вот сволочи, а. Живут же такие твари. Я помню, как на пляже Щелкино, когда еще медузы были редким явлением, одна тетка увидела, как я вытаскиваю медузу на берег и выбрасываю, начала возмущаться. Зачем вы ее убиваете? Что вы творите? А теперь там купаться вообще нельзя из-за этих медуз. Потому что круглая земля. Опа! Ай, красота! Я список кораблей прочел до середины. Они за веревочку, что ли? Точно, на веревочку.
Это детей учат. Ну что, беда с музеями продолжается. Open every day except Monday. Блин, то король Испании. То понедельник. Им бы понедельники взять и отменить. Ну, обидно. Досадно. Ну ладно. Красоту Антиба это не отменяет. Антиб прекрасен. Классический средиземноморский город, как его представляют все. Ну что, приходится на Пикассо смотреть только со стороны. Мог себе позволить человек в замке жить. Какая рука старинная, аж сыпется с нее железо. Вот в другом месте здесь уже кафе сделали, в другом бы городе. А тут просто закуток чей-то жилой. Кафе, конечно, есть, но они как бы вот не в самом старом городе, а рядом с ним. Вот рыночек. Провинциальный. Excuse-moi, boy. Excuse-moi. Цены. Смотрим цены. Наивное искусство. Люблю. Для любителей сыров цены. О, с веточками даже. Купить, что ли, а? А я куплю, да и съем. Пусть вам будет завидно. Доктор Смок. Доктор Смок, и я смогу. Все-таки тут туристические улицы тоже есть, конечно же. А вот то же самое место в понедельник днем. Ничего не понимаю. Может быть вчера был какой-нибудь матч футбольный или еще что. Странно очень. Где люди вчера все были? Или я чего-то не понимаю, или одно из двух. Почему никого нет? Где все люди? Воскресенье вечер. Или суббота. Нет, по-моему, воскресенье. Или суббота. Странно.
Где кто? Где вот эти люди вчера все были? Интересно мне. Очень мне интересно. Что это было такое? Или я опять в сновидении оказался? Потому что круглая земля.